Наконец-таки мы преодолели по гравейке 400 километров. Теперь с побитой нашей машиной камнями мы на пороге. Дорогие друзья, я всех сердечно приветствую. Мы с братьями сейчас находимся в Мизене. Господь благословил, мы благополучно приехали в Мизень для того, чтобы совершить здесь благовестие. В помощь нашему брату Валентину мы привезли с собой катер, чтобы на нем пройти маршрут в 700 километров. Нужно было подняться по реке Пёза вверх по течению и, останавливаясь в каждой деревушке и поселке, людям оставить Евангелие, Библию. Как раз очень удачно совпало с тем, что весь православный мир праздновал праздник Троицы. И у нас были с собой газеты с поздравлением с Троицей. И мы всех поздравляли с Троицей и заезжали в каждый поселок. К сожалению, сразу скажу, что у нас не получилось проехать на нашем катере по этой реке. Мы проплыли совсем небольшой отрезок нашего пути, и дальше мы не смогли пройти из-за низкой осадки нашего двигателя. Поэтому мы вынуждены были пересесть на другую лодку. И хорошо, что Господь усмотрел нам и брата с церкви у Валентина, и лодку усмотрел. И мы на этой лодке проплыли 300 километров вверх по течению и совершили это служение. Я хотел представить брата Валентина, который здесь совершает служение, и также Николая Ивановича, чтобы они поделились и рассказали о служении, которое прошло у нас на реке. И Валентин немножко расскажет о себе и о своей семье. Николай Иванович Скарпович, он живет в Белоруссии. Николай Иванович, расскажите немножко об этом служении и ваше впечатление. Ну, вообще мы себя посвятили как бы для служения на севере уже порядка 7 лет. По некоторым рекам прошли, Вашка, Мизень, ну, другие реки, Печора. Ну и вот в данный момент, ну, перед нами стояла задача пройти где-то больше 300 километров по реке Пёза. Пёза. Кто говорит Пёза, кто говорит Пёжа. Вот, ну так вот. И я еще заранее, находясь в Белоруссии, просмотрел карту, что маршрут этот кажется маленьким, а он, если вытянуть его, то очень длинный. И, откровенно говоря, мне на такие большие расстояния, такие промежутки между селами, впервые пришлось пройти. Вот. На других их они более короткие. Ну, что хочу сказать вообще о нашей поездке. Она
она удалась. Во-первых, потому что праздник был Троицы, а во-вторых, и День России был. Тоже народ собирался, нам иногда это даже очень здорово благоприятствовало, потому что народ уже собран, дети собраны в клубах, и мы приезжаем как бы на готовое. Вот, и потом народ с удовольствием слушал нас. Вот. Очень приятный народ, довольно гостеприимный. Хотя не всегда, где-то в некоторых домах просто не хотели слушать, потому что нас называли сектантами. Ну, как бы нас ни называли, все же мы христиане. И говорили христианскому народу. Раздавали трактаты, газеты, раздавали Слово Божие. Причем именно на том заостряли внимание, что Бог – это наш Отец. И раздавая молитву «Отче наш» и Псалом 90, как его называют православные, «Живые в помощи» или «Живой в помощи», вот, просили обучать детей, учить, выучивать эту молитву и свои молитвы строить именно по плану вот этой молитвы «Отче наш». Вот. Нас принимали в клубах, нас принимали в домах. Даже одна старушка, ей 92 года скоро исполнится, вот, она слушала нас и потом совершила молитву покаяния, просила прощения у Господа, хотя поначалу говорила, что «а у меня грехов нету, за 90 лет ни одного греха не совершила». Вот, но на самом деле получилось так, что она совершила все-таки молитву покаяния. Ну и в других местах тоже люди внимательно слушали. Вот, мы пели песни, хотя, кажется, не спеты, первый раз общаемся с некоторыми братьями, но пели, ну, довольно неплохо. Хорошо пели. Да, потому что... Да, потому что... Николай Иванович – это благовестник такой старой закалки. Мы очень рады и благодарны ему и Господу, что можем участвовать вместе в этом служении, в благовестии, и смотреть, как он благовествует, вдохновляться, учиться. Меня удивляет то, что Николай Иванович уже седьмой десяток, но при этом он настолько бодрый, энергичный. Я вот смотрю и думаю, Господи, вот я тоже так хочу, чтобы в таком возрасте тоже идти благовествовать, несмотря на погодные условия, где мы жили. Потому что мы ставили палатку на любом месте, расстилали коврики, ложились, спали. И, честно говоря, вот у меня все кости болели, я еле вставал, разгибаясь. Николай Иванович первым вставал, все, шел, костер быстренько разжигал. Все, братья, подъем, встаем уже, чай готов. Это, конечно, удивляло. Благодарность Господу за этот труд. Я вначале расстроился, что у нас не получилось с нашим катером проехать там, но на протяжении всего пути мы испытывали много благословения, и мы видели руку Божию в том, что люди собирались, слушали, вдохновлялись, просили у Бога прощения, люди выходили вперед с покаянием. И, конечно, мы поняли, что бывают трудности и испытания, и всегда они были, особенно на реке Пёза, потому что я здесь не первый раз, и также были трудности и раньше. Вот, но вижу, что Господь благословил этот труд. Теперь мне хотелось бы рассказать немножко о служении, которое здесь проходит в Мизене, потому что здесь собирается группа, здесь брат Валентин, он ответственен за эту группу, и хотел представить вам Валентина, и чтобы Валентин немножко рассказал себе. Валентин, расскажи, пожалуйста, о себе, когда ты переехал сюда, как встретила тебя община, в каком состоянии она была, и о том служении, которое ты совершаешь. Всех приветствую, друзья. Ну, переехали мы 4 года назад уже. И слава Богу, Бог чудно благословляет наше служение. Наша семья растет, имеем 5 деток. Вот, имеем все необходимое для жизни. Ну, год назад Бог поручил служение, было положено пресвитера. Вот, стараюсь всеми силами совершать служение, быть полезным. И в группах, которые тут рядом, это Лишуконская, 160 километров, это Каменка у нас за рекой, 13 километров. И так потихонечку совершаем служение для Господа. Валентина, расскажи, пожалуйста, как встретила вас церковь?
Как проходит служение у вас? Сколько членов церкви? Церковь встретила очень хорошо. Все члены церкви, которые посещают Дом Божий, все дружелюбные, живые души, друг другу помогают. Мы были ранее знакомы, но когда мы приехали, все радушно нас приняли, чем могли, помогали и сейчас тоже поддерживают. Очень хорошо, очень приятно находиться в такой церкви, где один дух, одна вера, одно стремление. Ну и служение, и церковь потихонечку растет. Служение мы тоже и преуспеваем, и в деле благовестия церковь тоже принимает участие. И большая благодарность братьям, которые приезжают, и на данный момент братья-группа, которая сейчас совершала благовестие по Пёзе, мы тоже были участниками в этой поездке. Очень благодарны братьям и от церкви, и от меня лично. Слава Богу! А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына. Измерно велика, начала нет, и льется, как река, и как волна лобзает берега, и глубока, светла и широка. Голодных нет сирот, на ладони Божьей мир и счастье круглый год.